Признание ЮРГУ – ежегодная премия, присуждаемая лучшим сотрудникам нашего университета за высокие достижения в общественной, научной, творческой, спортивной и социально значимой деятельности. В этом году награды присваивались по 6 номинациям – учебный процесс, культура, наука, молодежная политика, спорт и гран-при. Лауреатами в области культуры по итогам 2022 года признаны профессор кафедры журналистика, реклама и связи с общественностью, доктор филологических наук, директор Института медиа и социально-гуманитарных наук Лидия Лободенко и доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистика, реклама и связи с общественностью, заслуженный работник культуры РФ Людмила Шестеркина. Очень значимым является вот как раз эта престижная, высокая награда, это признание ЮРГУ. Каждый из нас любит свою работу, каждый из нас любит свою профессию, каждый из нас любит свой наш университет. Я думаю, для каждого человека важно не просто признание как таковое, а признание именно в своем коллективе. Поэтому я это очень ценю и могу только в ответ тоже признаться, что я очень люблю свою работу, люблю своих студентов, люблю наш коллектив. И, конечно, горжусь тем, что я работаю в Южноуральском государственном университете, потому что это лучший университет в мире. Среди отмеченных достижений лауреатов – деятельность по подготовке форума «Евразия-2022», социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации, объединившее около 6 тысяч участников со всего мира, а также активное участие в организации продвижения ЮРГУ в медиапространстве. Это одна из очень серьезных задач, которая всегда стоит перед университетом. Потому что на самом деле мы с вами все живем в медиамире. На самом деле, как нам медиа преподнесут сегодняшний день, так мы, собственно, и ощущаем себя, так мы и понимаем, как развивается жизнь. И вот в этом медиапространстве ЮРГУ должен быть а. на первом плане, б. узнаваем, у него должен быть имидж университета, одного из лучших университетов России и вообще образовательного пространства. И поэтому это важно как для развития самого университета, так и для тех людей, которые в будущем будут выбирать наш университет как место своего обучения. Медиакоммуникации, медиапространство, оно действительно должно отражать вот ключевые результаты тех научных, образовательных, культурных мероприятий, в которых мы принимаем все участие. И действительно, оно позволяет, с одной стороны, представить свои результаты, а с другой стороны, поскольку сегодня медиапространство, оно интерактивный характер носит, понять, насколько это действительно важно и для окружающих, и для людей, которые работают с тобой. Лауреаты премии на достигнутом не останавливаются. Монография под редакцией Лидии Лободенко и Людмилы Шестеркиной. Трансформации стратегии и тактики медиакоммуникации в условиях пандемии отмечена дипломом второй степени на крупнейшем в России конкурсе медиаисследований «НАМИ-2022».